каждому человеку доступно все – общение, образование, медицина и получение профессии. Но если вдруг с ним случается беда, его возможности здоровья становятся ограниченными. Перед ним тут же вырастают горы. Горы недоступности общения, образования, медицины и получения профессии. Самостоятельно он их преодолеть не сможет, и помочь ему можем только мы. Каждому из нас под силу сдвинуть эти преграды с его пути и даже открыть новые возможности. Вместе мы свернем горы.